Но оперчав видеоролика, я хотел бы разыграть данный АК-47 стоимостью 700 рублей. Все, что тебе нужно, это поставить лайк под видео, написать свой оригинальный комментарий и ждать итогов. Итоги будут в следующем видеоролике, либо же в моем телеграм-канале по ссылочке в описании. Всем приятного просмотра. Всем здорово, чуваки, с вами Заспа. И в сегодняшнем видеоролике у меня будет 10 минут, чтобы я вывел как можно больше ножей. Парни, присаживайтесь подобнее, мы сегодня посмотрим, сколько может сделать ножичков с 300 долларов. Выбрал я сайт под названием HealthStore. Спросите, почему именно HealthStore? Да потому что это самый лучший сайт с высокими шансами на окуп. Здесь каждую игру можно проверить по системе «Честная игра» и увидеть то, что не было никаких подкруток, ютубера там, всяким другим типочкам. Поэтому, парни, сайт HealthStore максимально честный, всем рекомендую. Короче, пополнил 300 баксов со своим личным промокодиком. Промокодик называется ЗАСПА. Нажимаем применить, он дает 5% пополнения баланса. Также, пацаны, можно пополнить скинами, скинами CSGO, Dota там, вернее CS2. Выбирайте способ пополнения, нажимайте пополнить, введите код, промокодик, сюда вставляем ЗАСПА, получаем плюс 5% пополнения баланса, это прям реально хорошо. Также, чуваки, если вы не особо располагаете финансами, HealthStore специально для вас выдали промокодик на халявные полдоллара, именно это 50 рублей плюс-минус, короче. Вот такой промокодик, парни, он будет первым закреплен в комментарии, также можете переписать с экрана, нажимаем применить, он дает вам полдоллара халявных, просто нужно зарегистрироваться по мере реферальной ссылочки в стиме и начать играть. Кстати, 50 центов вы можете вполне реально поднять какой-то изичный ножичек дешевенький, а может даже не дешевенький. Короче, суть нашего ролика, парни, за 10 минут выбить как можно больше ножей. И что ж, время сейчас получается пойдет. Как я поставлю первую ставочку, время начинает идти, здесь будет таймер. Нажимаем ставка, заходим в раздел магазинчик, нажимаем по цене, сортируем, я так делаю. И беру скинчики примерно долларов по 10, наверное, буду брать скины. Каждый для себя тут может выбрать, в каком эквиваленте денежном будете играть. По 10 долларов. Давайте я наберу много этих скинчиков по десятке. Так, получается, на 110 долларов я набрал. Первую ставку мы сделаем такую лайтовенькую, тоже 10 долларов поставим. Все, время пошло. Мне нужно за 10 минут вывести как можно больше ножей с сайта HealthStore. Блин, долго ставки 9% всего лишь, тут реально сидят какие-то топеры. На 9% было бы хорошо забрать первую ставочку, прям реальный кайфик. У нас что-то вообще мало летит максимально. А кто поставил больше всех? А, ну какой-то Челикс. Ну блин, нет, тут вообще ночь, сейчас, парни. Выигрывает смайлик. Ну да, он больше всех поставил, да. Классика — это такой режим, где чем больше ставишь, тем больше имеешь билетов, соответственно, тем больше имеешь шанс на выигрыш. Поэтому... Вот, кстати, удача дня. Человек выиграл с шансом 0,93%, а меньше 1%. Представляете вообще себе, что это такое? Так, чувачки, вот подходит наша игра к началу. Топтанем немножечко еще в конец, топтанем. Мы поставили 20 долларов, всего суммарный банк 81 доллар. И наш шанс, 108 даже доллар, наш шанс 18%. Ну, кстати, это вполне неплохой шанс, но, блин. Поставили, конечно, чуваки изрядненько. Ну, нет. Волк выиграл. Смотрите, он доллар поставил. А, подожди, сколько поставил? Он поставил уже вообще копейки, он 3 доллара поставил, пиздец. Вот видите, парни, здесь реально очень легко выиграть на 1%. Просто нужно подобрать билетики удачные. Не знаю, мне кажется, в конечные билеты прям реально стоит залетать, потому что они часто прокуют. Все, пацаны, подходит наша игра. Да, блин, опять перетопили. Ну хорошо, ладно, 50 долларов я не буду дотапливать, потому что опасненько. У нас 20%, это хороший шанс реально. Но челик поставил 34 доллара. И вполне справедливо будет, если он победит, но. Пожалуйста, докатись, ты же докатишься? Нет, блин. Это было максимально близко, парни. Но, блин, пока что сливает. Ну, потому что здесь реально топят прям. Можно тоже потопить, попробовать. Может тоже топтануть. Попробовать. Блин, пока только сливаем. Ну, ладно. Я не беспокоюсь, потому что здесь есть система «Честная игра». Все, можете проверить, смотреть номер игры, хэш игры. Все, заходите, проверяете на сайтике. В основном забирает самый высокий коэффициент. Ну, в принципе, это и логично. Бывают такие иногда промелькивают моментики, когда, о, кэфик залетит или чуть поменьше коэффициент. Вот, кстати, наш шанс 46%, банк 43 доллара, не так много, но забрать хотя бы это было бы уже шикарно. Это x2, считай, отставки. Отлично. В легкую забираем. Хорошо. Первая победа у нас есть в классике. Это прям отлично, чуваки. Хорошо. Ну, что страшного, парни. Если даже сейчас это проигрываем, мы в конфлипе, в апгрейде колесо точно что-то выиграем в краше. Плюс-минус, я понимаю, как на них играть. Там хоть что-то от нас зависит, нежели тут. Банк 220 долларов, шанс 8%. Блин, если это забирать, это будет такой... Крындец. Не. Ну все, да, закономерно выигрывает самый... Подожди. А выигрывает-то опять его коэффициент. Охренеть. Блин, он столько же, сколько и мы поставили. Ну почему не мы? Продвигаю еще вот эту ставку и следующую. И пойти на другой режим потестить тоже, посидеть. У нас 10 минут всего лишь, блин. Как будто по ощущениям 10 минут пройдут прям максимально быстро. И мы ничего не успеем вывести. Ну если что добавим. Так. Калашка за 27 долларов залетает. Хорошая калаш. Я в конец еще думаю поставить наклейку. Вот это ниндзя и пиджам за 10 долларов. Гол. 26% мы имеем. Банк 80 долларов. Такое сейчас забрать было бы реально очень хорошо. Поможет нам откомбекать минус. Блин, 22% это хороший шанс на самом деле. Мы в топ-2 по шансам получается. Почему наших аватарок вообще нет? Что за бред?
и выиграть 10 долларов, человек поставил. Ну, блин, это рандом. Такое может быть. Давайте поставим последнюю ставочку. Думаю, вот так вот поставить. И в конец еще 10 долларов докинем. Давайте еще в конец поставим. Калашик вот этот. Вот смотрите, мы топ-1 шанс получается. Два раза забирали. Лоу коэффициенты, мне кажется, в этот раз реально должны забирать. Прям высокие шансы. Наш на 42%. Поставили 30 долларов. Банк 71 доллар. Это прям реально хороший банк. Такой ухватить было бы приятно на самом деле. А нас вообще нет, алло. Охренеть, чел с одним долларом забирает. Ой, с 8 долларами. Ладно, классик какой-то вообще непредсказуемый. Давайте зайдем в коинфлипыч. Коинфлипыч, парни. Здесь что? Как играть? Создаем коинфлип. Выбираем 40, контртеррорист, террорист. Давайте я, допустим. Давайте террорист. Ставка 10 долларов. Поставить. Ждем. А пока ждем, давайте зайдем кому-то еще. Вступить. Все, смотрите, парни. Мы заняли монетку контртеррориста. У нас шанс 50% 31. У него чуть меньше, но это не столь важно, потому что, по сути, 50-50. Но, может быть, кстати, реально эти копейки сейчас зарешают. Оп, отлично, первую ставку мы забираем, а в нашей никто не присоединился, поэтому давайте еще походим по комнаткам, давайте на 9 долларов летим тоже, оп, и вступить. Мы также имеем почти 51%, что больше его на 2%, ну, кстати, 2% как будто уже весомый, да, такой перевесик в нашу сторону, с трековской MP9. Кстати, пацаны, мне кажется, чем больше предметов ставишь, тем выше шанс, не знаю почему. Оп, отлично, хорошо, к нам зашли, давайте смотрим, если сейчас третью кряду забираем, надо срочно будет выходить, потому что дальше пойдет подслив. Кстати, у нас, смотрите, прям на 5% больше. Это прям хорошо, на самом деле. Отлично, 3 кряду забрали. Прям реально хорошо, камбэкнули баланс. А давайте сейчас чисто ради интереса на какую-то дешевенькую залетим, посмотрим, слили бы, если пошли дальше. Все, смотрите, у нас 51%, кстати, тоже больше, чем у него. У него 2 пушки, у нас 1 пушка. Вот сейчас сработает ли моя тактика или нет? То, что чем больше ставишь пушек, тем выше шанс на победу. Да ну нафиг, мы еще забираем. 4 кряду забрали, офигеть. Давайте сами создадим игру. Так. И вот так давайте. Выберем сторону, ну, террориста или контртеррорист? Давайте террорист. 6 долларов я поставил, и сейчас позалетаем. О, давайте на 6 долларов тоже залетим сюда. Оп. Вернее, даже оп. Все, вступить. Мы заняли монетку контртеррориста. Также на 5% у нас перевес по шансам. Блин, возможно, это реально как-то роляет. У него, смотрите, одна пушка, у меня 2. Контртеррорист, нам нужна синяя монетка. Синяя монетка, пожалуйста. Вот, первую проиграли. Ну, ничего страшного. Давайте на 7 долларов залетим. Оп, вступить. Так, вот тут уже процент у нас, так скажем, 50 на 50. Хотя, на самом-то деле, мы на 1% больше заняли. Погнали. Давай, контактируй монетку, пожалуйста. Оп, отлично, хорошо. И к нам заходят, да? И к нам зашли. Вот, смотрите, у нас прям процент поменьше, чем у него, но у нас 3 пушки стоит, а у него 1 наклейка всего лишь. Сейчас посмотрим. Давай, желтую монетку, пожалуйста. Отлично, да ну нафиг, почему конфликт так жестко сыпет? Ладно, окей, конфликт, мы к тебе еще вернемся, если ты нужен будешь. Давайте апгрейд поделаем. У нас очень много таких дешевеньких пушек, поэтому давайте прям сразу с нулевой будем на их здесь топить. Ап, погнали. 9%, а прикинь, зайдет. Ладно, ничего страшного. Так, чисто вот, давайте, не знаю, докуда. До кейсика по 10x попробуем подолбить. Оп, поехали. 9%. Остановись, ё-моё. Сейчас бы нормально было на самом-то деле. Так, муха. А, это 13%. А, потому что я выбрал сначала пушку, окей. Окей, давайте последние 2 скина по 10x, и дальше уже будем прям с головой ставить, поэтому... Газ. 9%, ну, плюс-минус 10. Остановись. Блин, ну капец, близко кто-то вою выводит, посмотрите. Или это что? А, это апгрейды на вои делают, офигеть. Когда-то и мы будем делать апгрейды на вои. 9%. Галильчик. Хорошо, все. Дальше я показываю по тактике, как надо действовать. Дальше тактика у меня. У меня есть тактика. Я ее придерживаюсь. Чуть-чуть можно баланса поддобавить. Поддобавим балансиком. Поддобавим. 51%. Это фри. Это хорошо. Это фри. Отлично. Далее, полученный авик мы ставим на 1,5. И выбираем эмочку нитро на 60%. Это хороший шанс. Ага. Ну, хорошо, ладно. Ничего страшного. Подслили. Х2 делаем. Оп, 45% у нас есть. Отлично, заход, это хорошо. Далее что делаем? Берем АТМ-ку, ставим 1,5% и вот эту мушечку. А чё? 60%, блин, должно заходить. Ну нет, а почему? Не дает дальше пройти почему-то. Не дает дальше пройти, парни. Калаш, Х2 ставим. И давайте на клику РС, 44%, зайди. Отличненько, хорошо. Наклейка рез. Далее, по моей тактике. Но тактика не подводит, парни. Нет, надо на полтора.
Давайте на наклейку электроника. 60%, ну хороший шанс, ну пожалуйста. Отлично, хорошо, хорошо. Далее выбираем снова наклейку, 1.2 ставим. И выбираем нашивку вой, 75%, ну это прям, можно сказать, 100%. Но и такие ошибки тоже бывают, поэтому не заигрываемся. Давайте поставим тоже 2x. Калаш, выберись. Давайте сейвдофик, 45% у нас есть на победку. Даже вот на 45 больше заходит, чем на 70. На самом-то деле, ну ладно. Такое тоже бывает. Давайте 1.5. До галильчика. 60%. Это фришка. Это фришечка, парни, я бы сказал. Это фридюлечка. Так, далее. Далее, а вот так можно попробовать сделать на самом-то деле. 45%, давай, покажи. Ну, блин. Ладно, окей. Поехали в колесо. Поехали в колесо, парни. Колесо. Выбираете цвет, ставите тут ксовка. Синий 2x, желтый 3x, красный 5x и зеленый 50x. За последние 100 игр была всего лишь один раз зеленка. Ага. Сейчас, возможно, вот так будет. Я поставлю на 3x. Калашик, это же на желтенькое я поставил, получается. Давай, долбани, бро. Покажи. Покажи. Оп. Соляра. Соляра. Нормально, блин. Так-то хорошо, 3x, считайте. Сейчас будет синенько, это 100 из 100, я даже вот так поставлю, потому что это 100 из 100 синий будет. Наша игра начинается, мы поставили $10 на синее, если падает синее, то мы получим $20. Это прям реально хорошие, хорошие денежки. Ты же не подведешь? Да вообще изи, парни. Так, давайте пойдем на краш, потому что прям не терпится крашек уже поиграть. Ай-яй-яй, парни. Ой-ой, парни, что-то опасно, что-то опасно. Не-не-не-не, после таких иксов лучше вообще не заходить, лучше вообще не заходить. Сейчас давайте переждем. А, фига тут коэффициенты. Фига тут коэффициентики долбят. Блин, ну краш это вообще опасно. Смотрите, охренеть. Охуеть. А брезинник кто-то держит, не? Не, никто не держит. А чё, это 349x. Пиздец. Чуваки, это просто пипец. Ладно. Чисто такая вот. $5, я знаю, что сейчас съест, прям максимально быстро съест, но... А вдруг 2x два подряд таких бы высоких икса будет? Нет. Не-не-не, даже пробовать не стоило, ладно. Окей, поехали, поставим косик. Косик хочется немножко подолбить, потому что мало выиграли в косике. Блин, можно реально попробовать сейчас высокую ставочку сделать, потому что нужно подкамбэкать уже и подзакругляться. Давайте еще вот эти $10 поставим. Потапливают, потапливают. Такой еще юспик прям наконец поставлю. Вот прям где секундочек 5 еще будет, затоплю этот юспик. Чтобы наш шанс реально был высокий и забрать эту ставочку было бы хорошо. Мы прям откамбэком весь минус. Может даже в плюс выйдем. Гоу. Итак, 23%, парни, банк $154. По сути, у нас у первых четырех игроков одинаковый коэффициент, плюс-минус по пару процентов разница, но это прям ничего. Пожалуйста, давай мы. Ой, стой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отлично, это прям хорошо, зашли $154, парни. Это полностью отбивает наш минус, ну да-да-да. Хеллстор это такой сайт, который прям реально в моменте может отбить твой минус, поэтому... Ух, отлично. Это прям хорошо было. Окей, крашик. Надо еще крашик посидеть. Ой, прям коэффициенты прям вообще. Ну, после такого это ожидаемо, согласитесь, это логично. 350x, а потом сайта надо тоже подбрить немножко. Блин. Прям терпят. Думаю, что такие же коэффициенты будут. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще. Давайте пока расскажу вам про приз дня. Пацаны, короче, на сайте есть система приз дня. Чтобы получить ее, вам нужно пополнить от $5 на сайте. Также иметь профиль Steam. Ну, должен соответствовать критериям, там, уровень второй, ну, вы поняли, короче. Нужно добавить в свой ник Hellstore приписку, и вы получите либо коверский, ну, это красненький, до $50, либо баланс, ну, там, вы поняли, вот все написано перед вами на глазах. Ну, блин, в принципе, $50 за то, что вы добавили ник и задепали 5 бачей, это прям реально хороший такой бонус. Поэтому, парни, обязательно заюзайте, не упустите халявку, так скажем. А мы залетим, давайте последние сделаем ставки и будем заканчивать. Краш. Чуть-чуть на крашах посидим и будем заканчивать. Плюсик. Небольшое получилось сделать, это прям хорошо. Капец, опять коэффициент просто в небо улетел. Давайте это уйдем пока что. Так, вот, наша ставочка зашла. Еще под конечек, думаю, вот этот можно под эти 50-й улей топить, чтобы быть самым высоким коэффициентом. 43% мы имеем на победу. $26 банк, такая лайтовенькая ставочка. Если она так пройдет, это будет хорошо. $34, отлично. Мы имеем с вами 32%, поставили 11 бачей. Можем такую забрать, и прям реально будет хорошо. Прям вишенка на торте. Отдай. Ну ладно, не жалко, пусть пацаны порадуются, краш. Да блин, опять не успели на ставку. 83% это коэффициент, это просто капец. Сейчас опять будет жесткий, да, кайф? Челик $40 держит, вы представьте, какие надо иметь яйца, чтобы вот такие деньги держать, пиздец. 140 бачей он забирает, до сих пор держит на $10. Офигеть.
До скольки будет интересно держать? Я думаю, до 10x и сольется. Нет, держит. Что-то знает, он что-то знает. Капец, смотрите, он до сих пор держит, это пиздец. Забирай. $200 халявных, бро. Ну забери, пожалуйста, страшно. Из такого шарпа он просто получил нож, парни. И прям забрал, ну хотя нет, еще $100 мог сверху себе накинуть, но тоже опасно. Блин, капец, что за коэффициенты? Что за коэффициенты? Давайте поставим, ну чисто ради интереса, ну вдруг не сольет, а вдруг будет хороший коэффициент. Хотя бы x2 я бы уже забрал. Давай, побрей прям с нулевой. Ну хочется забрать, ну пожалуйста. Ну заберу? Давай заберу. Ну нет. Не, парни, краш, это чисто не для меня, клянусь, это не для меня. Так, короче, давайте посмотрим, сколько у нас есть. Сколько у нас есть денежек? 180 плюс 135. Мы на $15 в плюсе, ну блин. Могли быть еще в плюсе, конечно. Давайте вот так под конец еще поставим, пока буду вам рассказывать. Короче, пацаны, получается, на $15 в плюсе мы. Сейчас посмотрим, сколько мы сможем ножей вывести. Конечно, не то, что хотелось, но, блин. Подсели у нас, конечно, классик в начале. Если бы не это, то мы были бы в плюс, наверное, долларов на 150 даже. А это так-то 15 тысяч рублей. Но ничего страшного, ничего страшного. О, подожди, мы эту ставку забрали, да? А, нет. Хорошо. Вывод, сейчас выведем вам что-то еще на розыгрыш. И нам хватает, получается. На 3 ножа покупаем. Все, 3 ножа у нас, парни, будут в инвентаре отправлены. Капец, жестко. Короче, чуваки, мы с вами сегодня вывели по итогу, получается, 3 ножа. Все ссылочки на сайт и промокодик будут первым закреплены в комментарии. Заходите и утайте промокодик на $0.5 халяных. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Заспа и до скорых встреч. Пока-пока.